И вот уже 10:30. София Киевская. Ринги заполнены. Шикарный док. Бесконечный груминг. Собаки завораживают. Какой окрас! Моя зайка! Спасибо! Зайчик, посмотри на меня! Посмотри на меня. Окрас чудесный. Шелковая, как вообще шерстка. Блестящая такая. А, это ж я вчера вас видела с пятном, с вот этим потрясающим. Хороший мальчик. Отросток. Да. А с этой, а можно я сфотографировать? Да. Есть. Я такой, может быть, кто-то кто-то... Можно белую кнопочку нажмете? Так. Алло, побыдал. Алло. Фотографироваться. Ты такой крутой. Да, он стрижется, он не тримингуется, он не линяет. Он такой мягкий. Боже, как облако. А что у него с подшерстком? У него этого нет. Вот я вот это же и думаю, раз он не линяет. Он не линяет, он просто еще не совсем сменился, поэтому он такой как бы купил. А вообще у них после 3 лет уже становится красивый волос с локонами, там, со всеми делами. Как зовут? Понятно. Оскар. 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 А чем моете? Оскар. Оскар. Когда как? Ко мне. Когда Олежка тебя угостит. Сен-Бернар. Просто в этой породе есть два типа шерсти. Есть ирландский и американский. Высокий старший, у нее ирландский тип, ей очень хорошо подходит Crown Royal. Да, Crown Royal, да.
Для него она не подходит. Она его слепает. А ты из Кристенсен не брали, да? Я еще не... До Кристенсен сядь. Как делаешь? Красиво. Ну, с ним все хотят. Но ему, конечно, зеленый адресник, да? Ну да, конечно. Ну, вообще. Керн-интерьер. Машуша, а ноги фамилии? Это от одного помета или от разных? Нет, это прабабушка с правнуком. Прабабушка с правнуком. И рождаются и такая, и такая масть. И не мешается. Машуша, ну вот в помете они могут быть от пшеницы до черного. Вот бывают еще темнее прям. Но однотонные, да? Красота. И второй такой. Однотонный. Вот же они же. Ну, все равно, оно же по всей как бы поверхности. Да. Не, ну, как бы... Не, воротников нет. Воротников нет, я же почему говорю. Ну, темнее должна быть морда, а все остальное вот так вот. Выбирает ошейник. Моя зайка. Нет, это девочка. Ну, зайчики. А, это два. Давайте мы заберем. Машуша, иди сюда. Иди сюда, парень. Будете вниз сразу, да? Нет, мы еще пойдем сейчас. А, вы вниз? Да. Да, и богиня наша. Я скажу, и на более темном тоже классно красный смотрится. Просто на светлый он более яркий, хотя не одинаковые, да. Машуша, моя жайка. Я что-то не поняла, позвали, жрать не дали. Да, ну что это такое? Ну, морду показала. Бинь, Никона.